Обращаю ваше внимание на то, что у нас и серьги по великолепной привлекательной стоимости, и кольцо за стоимость 1499 рублей. То есть, выбирая даже только кольцо и серьги, вы уже получаете бесплатную доставку. Если вам что-то нравится, забирайте из эфира, потому что размер, если вы хотите свой размер выбрать, например, 20-й, обязательно дозвонитесь как можно скорее, потому что у нас, конечно же, размеры со временем, они начинают уже уходить и выбиваться. Итак, у нас сейчас размер наряда 16,5 до 20-го, и средний вес у нас такого кольца, между прочим, почти 5 граммов, 4,70. Если мы даже с вами не будем только рассматривать визуальную составляющую вот этого кольца, вот эту привлекательность, да, просто посмотрим на то, что это серебро 925-й пробы, это фианиты. Даже не будем обращать внимание на то, насколько прекрасно все это составлено, но согласитесь, за почти 5 граммов серебра и 3 фианита стоимость 1499 рублей. Это крайне привлекательная стоимость. А хочу напомнить, что наша аудитория телеканала Шопеншоу составляет 27 миллионов человек. И каждый день к нам присоединяются тысячи новых телезрительниц. Если вы одна из них, обращаюсь к вам, ни разу не делали заказ, только что сейчас увидели вот это кольцо, понравилось, дозвонитесь. Нет ничего проще, нет ничего лучше, чем себя побаловать именно сегодня, в эту пятницу, кольцом цветочной вальс. Тем более, что это абсолютный символ женственности. Тем более, что в рубрике украшения, сегодня только в рубрике украшения, у нас бесплатная доставка корзины от стоимости 2900 рублей. То есть, выбирая кольцо и серьги, вы уже получаете бесплатную доставку обычно. Хочу вам сказать, что бесплатная доставка начинается от стоимости корзины 4900 рублей, а не 2900 рублей. То есть, согласитесь, сегодня вот такое специальное предложение для вас. Предложение дня. Цена только сегодня. Цена вот такой великолепных серег 1499 рублей и кольца 1499 рублей. Ваша скидка составляет 700 рублей на кольце. Вы также сэкономили на серьгах и еще можете сэкономить на доставке. А где вы живете, скажите мне, пожалуйста, как далеко от Москвы? Есть ли у вас что-то подобное в ближайшем ювелирном магазине? Или там все одно и то же, все то же самое, что носят и ваши соседки, и ваши подруги? Если хотите как-то выделиться, если хотите какое-то особенное украшение, но при этом не хотите много тратить на это, хотите сэкономить, сейчас самое время воспользоваться нашей распродажей. И нам, женщинам, важно привлекать внимание к себе и весной, и летом. Но всегда хочется изюминку, всегда хочется что-то особенное. Я, например, дико расстраиваюсь, если вижу на ком-то из своих подруг, например, похожее платье или даже похожую сумочку. Что уж говорить о ювелирных аксессуарах. Но вы можете быть уверены, что ни у вашей соседки, ни у вашей подруги, только если вы сейчас не позвоните и не поделитесь вот этой информацией, такого кольца не будет. Цена распродажи 1499 рублей, и я вижу, что сейчас, в эту пятницу, уже очень много женщин, уже очень много великолепных наших модниц захотели себе это колечко в коллекцию. А если кто-то из вас делает первый заказ, давайте я вам расскажу, как это делается. Вы дозваниваетесь до нашего, по нашему номеру. Номер у нас вы видите как раз внизу у себя на информационном листе. Ожидание у нас на линии бесплатное, звонок бесплатный. Откуда бы вы ни звонили, с какого бы телефона вы ни звонили, все бесплатно. Поэтому вы легко дозваниваетесь, называете номер лота 001-295-409 нашим оператором и очень легко оформляете заказ. При этом вам остается только это кольцо дождаться. Вы не делаете никакой предоплаты, ничего не оплачиваете заранее. Мы вам доверяем. Все оплачиваете вы только по получении. Итак, а для того, чтобы вам продемонстрировать, что это серебро 925-й пробы, что это ювелирное украшение, я вам с радостью демонстрирую пробу. При выборе ювелирных украшений обязательно обращайте внимание на то, есть или нету пробы на этом украшении. Если пробы нету, то тогда, конечно же, это ювелирное украшение покупать не стоит. В данном случае на нашем кольце проба, конечно же, есть и клеймо завода-изготовителя. Это правило Российской Федерации. Обязательно должны быть вот такие вот символы. И, между прочим, это российское производство нашего российского завода. Это российское качество, лучшее из возможных, потому что в России очень строгий контроль за драгоценными металлами. И, конечно же, это не просто серебро. Это серебро в драгоценном оформлении. Это вот такой букет, который у вас всегда будет на руке.